Я вот не пойму, что это такое? Ты что, на коленках ползала? Да. Ползала на коленях? Ну я Зачем? не ползала. А что ты делала? Просто случайно присела на колени и все. На колени присела. А такое ощущение, что ползала. Как это называется? В чем ты завтра пойдешь? Просто берешь салфетку мокрую и стерешь. И все, потом отходишь. Там стирать надо, а не тереть. Девочка. Ужас. Бабушка. Ну, позор. Это она говорит, она случайно упала на коленочки. Не упала. А что? Случайно присела на коленки, на коленки мои и не заметила. Мне очень хочется знать, что ты за русалик пойдешь. В чем? В том самом. В этом же идешь? Да. Только тереть не Так ты плакат возьми. Я бомж. Не было бомж. Что это не бомж? Бомж. Хрюша. Бомжи чище ходят, чем ты. Я тебе сейчас хочу в угол поставить. Бабушка тебя воспитывала за то, что у тебя грязная одежда. Что так нельзя Что ходить. лежит одежда, не сложно, как у бомжихи. Я не хочу сейчас складывать. Уроки не хочу учить. Я даже в комбинезоне умею складывать. Тихо. Остальное умеешь? Уроки учить не хочешь. С бабушкой дерешься. Вещи не складываешь. Какой из тебя нотариус получится? Ну какой из тебя нотариус получится? Грязный. Не грязный. А какой? Обычный. Давай ты будешь вещи складывать для начала. Я не И хочу. вымазываться не будешь. И бабушку бить не будешь. Давай. Если бабушка только меня не будет бить. Бабушка тебя воспитывает, она тебя не бьет. Если будет бить, я ее тоже буду Я бить. как дам тоже, аж перевернешься. Тоже. Твое тоже со мной не пройдет. Пойдем, будешь мыть свой комбинезончик. Пошли. Пусть одежду сначала сложит. Складывай Одежду одежду. сложи. И почему? Одежду, говорю, складывай. Нет. Почему? Потому что. Одежду сложи. Бабушка сейчас обидится, поставит тебя в угол и даст по жопе. И будет Ты права. стояла сейчас у меня. Еще будешь стоять. Ты забыла, как стояла? Я тебе напомню. Нет, я не забыла. Ну тогда сложи одежду. А кто-то мне поможет, если Никто, потом если тебе не заберет. поможет. Не надо шантажировать Может меня. быть, тебе поможет твоя совесть? Нет, это какая Или совесть? твое чувство прекрасного и чистоты? Принцессочное счастье. Папа, Что? а кто-нибудь помогать будет? Никто. Придворные, Какие придворные? которые при дворе. Слуги твои. Какие слуги? Кто служит тебе? Ну, не знаю, кто. Мышка-наружка. Ну, Волк зубами щелк. да. Да. Но это мои все невидимые друзья. Ну, вот пусть они тебе помогут. Но они воображаемые. Ну, воображаемые пусть помогут. Нет, они только воображаемые. В смысле? А бабушка живая, она тебе помогала, встречала тебя с садика, а ты ей вон что, на коленках грязноту принесла. Ну, варежки-то были чистые, я свою прогулку не доставала. Ну, Варежки они простите, чистые. варежки чистые, потому что не доставала. На коленках ползала без варежек, с грязными руками. Убирай вещи и потом пойдем мыть. А кто мне поможет? Никто. Воображаемые друзья, невидимые. Они воображаемые. Вот они Ну, тебе и будут все воображай, помогать. помогают пусть. Но они не могут брать. Ну, ты за них возьми. Надо же взаимовыручку делать. Вызывай. Тебе тут не скучно? А что тут делала? Просто вызвал сейчас на лист. И песни пела? Да. Какие? У Курского вокзала.
Захочу.